Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина, и я очень рада приветствовать тебя на моем канале. Как вы поняли по названию видео, сегодня я снимаю долгожданный вами ролик, который ждал абсолютно каждый мой зритель, как мне кажется, судя по многочисленным запросам. Для тех, кто не знал, недавно у меня была фан-встреча, а именно сегодня 21 число, когда я снимаю это видео, и утро. А фан-встреча у меня была 20 августа, то есть вчера. Не знаю, когда вы увидите это видео, но я вам хочу сказать пару слов. На самом деле их будет больше. Ребят, вы мне подарили очень много эмоций. У меня даже, знаете, изначально была такая паническая атака. Серьезно, когда я увидела, что пришло столько народу, я реально не ожидала. А еще я хочу поделиться с вами очень-очень крутой новостью. Конечно же, это будет уже, как мне кажется, еще одна фан-встреча в Москве, только в таком достаточно необычном формате. Я иду на Витфест 8 сентября. Многие мои зрители спрашивали об этом у меня на фан-встрече, иду ли я туда или не иду. Так вот, официально отвечаю, что я там буду. Я приглашаю каждого из вас на Витфест в Москве 8 сентября. Я буду ждать абсолютно каждого из вас на этом мероприятии, я со всеми вами пообщаюсь, пофоткаюсь, отвечу на все-все-все ваши вопросы. Подробную информацию вы можете прочитать по ссылочке ниже в описании, то есть где будет, во сколько будет, насколько это все будет, а мы продолжаем. Вы у меня самые лучшие, это я поняла очень давно, и самое главное, что я хочу сказать всем людям, которые стремятся к своей цели, это не обращать внимания ни на каких тупых людей, которые пытаются как-то тебя задеть, и наконец-то я могу приступать к подаркам. Вы не зря наткнулись на это видео, потому что скоро 1 сентября, и большинство моих зрителей на фан-встрече решили подарить мне различные канцелярские блокнотики, канцелярские принадлежности, ручки, карандашики, цветные карандаши, фломастеры, тетради и многое-многое другое. Именно поэтому я вначале вам покажу только такие принадлежности, потому что скоро школа, и я хочу вас вдохновлять всякими школьненькими видео, потому что мне еще из одного прекрасного сайта не пришли товары, а я их очень жду, так что скоро будут еще новенькие выпуски, я вот такая вот счастливая сегодня. Давайте я начну с тетради. Тетради это самое главное. Тетради это то, точнее та вещь, куда мы записываем абсолютно все записи из школы, учим. У меня еще до этого их было очень много, так что я думаю, что мне аж до 11 класса хватит этих тетрадей, поверьте мне. Первая тетрадь, она с рыженьким котенком, он, кстати, очень похож на Гарфилда. Нет, это не тетрадка, это школьный дневник, еще лучше. Посмотрите, какой прикольный школьный дневник. Дальше у нас идет вот такой вот ежедневник, он с единорожками, можете посмотреть вблизи, как он выглядит. Очень яркий, очень позитивный, вот на такой вот резиночке ты его открываешь и можешь туда что-то записывать или рисовать, потому что он в линейку, и такие блокнотики можно с легкостью в абсолютно любое время заполнять. Дальше тоже ежедневничек, я его так назову, я его где-то видела уже на каком-то из сайтов, но никак не могу припомнить где. Если вы помните, напомните мне, пожалуйста. Помните, напомните. Ладно. У этого блокнотика есть закладка, тоже можете посмотреть вблизи, как он выглядит. Давайте его откроем. И внутри в нем просто пустые листочки, чтобы рисовать различные картинки. Знаете, это как а-ля скетчбук, чтобы мы могли туда что-то записывать и оформлять все абсолютно самим. С фламинго, конечно же. Далее мне очень понравилась тетрадка, вот такая вот, которая открывается вертикально. Тут написано «Все будет мур-мур». Она с кошачьими лапками, и если ее открыть, то это тоже как скетчбук, она как альбомчик. Туда тоже можно что-нибудь записывать или что-нибудь рисовать. Далее идут две мои самые любимые тетради. Знаете, тетради антистресс, такие модные и в тренде сейчас появились для школы. Короче, вот, у меня их две, которые с жидкостью внутри, ты вот так вот нажимаешь, там блестки плавают, веселятся, короче, у них там просто вечеринка ежедневная происходит. Первая тетрадь, которую я вам хочу показать, она, если я не ошибаюсь, с Лондоном, с очень красивыми красными блестками, посмотрите вблизи. Я вам обязана показать, как эта тетрадь выглядит вблизи. Посмотрите, оп-оп-оп-оп-оп. Вторая тетрадка, она с шариками, и в ней похожие блестки. Тут даже можно вот так их самим трясти, потому что достаточно свободно они там летают, плавают. Такого фиолетового, бордового цвета блестки. И все эти тетради пустые, как скетчбуки. Далее идет тетрадь, маленький блокнотик, на котором написано «Невозможно победить того, кто не сдается». Полностью согласна с этой цитатой. Посмотрите на нее, и внутри она тоже в клетку. Тоже для всяких шпаргалок.
планчик для алгебры или математики. Далее идет вот такая вот тетрадь, она мне очень понравилась. Это тоже как скетчбук, потому что в ней листочки такие, как альбомные листы. И эта тетрадка с кактусами тоже. Посмотрите, кстати, эта тетрадь очень подходит под мою футболку. Дальше идут два практически одинаковых блокнота. Мне их подарили абсолютно две разные девочки, которые очень любят смотреть мои видео. Они с енотиками. Ну, реально, ну кто не любит енотов? Объясните мне, пожалуйста. С енотиками на велосипеде. Вот так вот он выглядит. И внутри очень красивые всякие цветные листочки, рисунки, картинки. Второй блокнотик, он точно такой же, тоже с енотиками, которые уже только развешивают белье. И внутри там всякие, я не знаю, тоже необычные странички, рисунки. То есть они реально похожи. И я офигела, что мне разные фанатки подарили такие. Дальше тоже идет позитивный блокнот. Ребята, офигеть, тоже от другой зрительницы. Вот такой вот он оранжевый, яркий, красивый. С двумя кошечками в обнимку, которые делают селфи. С помощью селфи-палки говорят смайл. Внутри тоже цветные странички розовых оттенков со всякими кошечками, картинками. Дальше идет тетрадка. Она просто в клетку и просто неоново-оранжевая. Люблю яркие школьные принадлежности. Теперь идет вот такая вот голубенькая тетрадка. Она тоже в клеточку. А, нет, она в линейку. Посмотрите, реально в линейку. Самая обычная, 48-листовая. С тетрадями я закончила. Теперь будем приступать к канцелярским принадлежностям. Как же без них можно учиться? Всякие карандашики, ручки, ластики и многое другое я вам покажу через считанную секунду. Опа! Посмотрите, вот такая вот коробочка у меня есть с розочками. Я туда поместила всякие необычные штучки-дрючки для школы. Открываем. Девочка подарила мне на фан-встрече вот такие вот цветные карандаши. Я помню, что я их тоже покупала в Таиланде. Тут написано, что они из Пунта-Каны. То есть тут прям так и написано Пунта-Кана. Они цветные, голубенькие, оранжевый, зеленый, розовый и коричневый. Дальше я вам покажу маленький блокнотик. Он с мишками, ну как же на него я могу не обратить внимания? Реально, в клеточку. Очень крутой. Дальше идут от всех вас разные ручки, карандаши, блестюльки, которые мне очень понравились. Вот такая вот ручка со шляпкой, и она пишет гелевым синим цветом. Вот такие вот три абсолютно одинаковые ручки. Кстати, мне разные зрители их дарили. Они с космосом. Посмотрите вблизи, как выглядят. Реально прикольные и очень такие неоново-синие, голубые. Дальше идет ручка, которая меня очень впечатлила. Это кактус. Вот такой вот необычный, чтобы открыть эту ручку, нужно сделать вот так. Оп, и спокойно писать. Дальше идет голубая ручка с единорогом. Я их очень много заказала из интернет-магазина Лилка. Также на дне этой коробочки у меня лежали вот такие вот штучки для заметок. Самые обыкновенные стрелки и закладки. И вот такая вот очень крутая штучка. Это единороги. То есть я могу на единороге что-нибудь писать и куда-нибудь вешать. Очень круто. Спасибо вам большое за эти подарки. Еще имеется очень много всего к школе, но я хочу уделить внимание еще обычным подаркам, письмам и рисункам. Как же обойтись без этого? Конечно же. Давайте я вам покажу шампуни, крема и многое другое, чем вы меня решили в первую очередь порадовать. Я не знаю почему. Просто все знают, что я очень часто принимаю души. Я об этом не раз говорила. Мне подарили вот такой вот бальзам питания и восстановления с маслом кокоса. Дальше у меня идет шампунь и блеск для волос. Это крымская роза. Дальше идет крем для рук увлажняющий с запахом огурца. Очень люблю, кстати, такие крема для рук. Идут три вида шампуня, они были в отдельном комплектике. Они с тремя разными свойствами. Например, один шампунь увлажняет, другой питает, другой, например, выпрямляет или просто питает какими-то другими свойствами и витаминами. Большое спасибо, ребят, теперь мои волосы никогда не будут ныть из-за того, что «Ой, ну Карина, один и тот же шампунь каждый день, ну что такое?» И теперь самое главное, как же я вам могу не показать ваши рисунки с фан-встречи, ваши плакаты? Серьезное преступление с моей стороны. Давайте я вам покажу вот такой вот рисунок, который мне очень понравился. Эта девочка написала Карине от Полины. Полина, спасибо тебе большое, твой рисунок прелесен. Она, кстати, написала мне письмо, что ей не очень нравится, как она рисует, и что она рукожоп, но очень старалась. Ребят, вы сейчас офигеете. Вы посмотрите на это, ребята. Это просто капец. Как после такого можно говорить, что эта девочка не умеет рисовать? Еще себе об этом говорить? Ну как это? Это что? Это изумительный портрет. Я его реально повешу на стену. Ты идеально рисуешь. Ну спасибо вам большое всем. Я вас очень люблю. Далее идет у нас... Видимо, эта подписчица узнала меня от видео по Момо и решила подписаться на мой канал и прийти на фан-встречу. Карина vs Момо. Посмотрите, как круто нарисовано это Момо, а вот это я. К
кстати, на меня реально похоже. Посмотрите, очень круто. Спасибо тебе большое. На обратной стороне, ребят, хочу вам сказать, что вы в следующей фан-встрече мне дарили подписанные рисунки, потому что, ну как я вас найду в Инстаграме или ВКонтакте? Как я вам смогу сказать еще одно спасибо? Объясните мне. Далее идет плакатик с моими распечатанными фотографиями и рубриками. Лучший день – это видео Карины и вкусняшки. Карина Аракелян – лучший блогер за последние 1000 лет. Миллион совсем скоро. Единственный блогер, которого я очень жду и смотрю видео каждый день. Back to school с Кариной, проверь-ка. И она распечатала мои фотографии, и это реально очень приятно. Я вас очень люблю, большое вам спасибо. Посмотрите на это чудо, это нереально красиво. Дальше идет самый большой плакат, на котором написаны различные пожелания, сердечки. Типа, Карина самая классная, у нее скоро миллион, мы тебе желаем всего самого-самого. Большое вам спасибо. Тоже не подписан плакатик, я ведь так потеряюсь. Пишите в следующий раз. Правда, ребят. Дальше у нас идет очень крутая открытка, я ее когда открыла, офигела. Давайте вместе посмотрим. Та-ра-т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 а! Просто спасибо вам большое, вы нереально суперские. Дальше идет еще одно письмо с пожеланиями, я всех их прочитала, так что не волнуйтесь. Вот такой вот рисунок обычным карандашом, я надеюсь, что вам видно, тоже очень на меня похоже, спасибо. Рисунок, где я из Турции в шортиках стояла и в маечке. Еще одно письмо с рисунками, еще один рисунок от другой подписчицы, точно такой же, где я так стояла, и Момо там еще. Вот такой вот рисуночек, точнее письмо, а на обратной стороне рисунок, спасибо большое. Картина, портрет, лучшая, и она закрасила мои глаза и нарисовала меня, спасибо большое, очень круто. Я отдельно сняла фрагмент со сладким. Это только начало, это только начинала разбирать пакеты. Вы меня решили скормить всякими шоколадками, конфетками, мармеладками и многим-многим другим. Нереально много было сладкого, и я вам говорю за это большое спасибо. Я сейчас просто все съем реально и потолстею на 200 миллиардов килограмм. Дальше. Что я вам покажу? Это вот такая вот копилка, свинка. Я ее не хочу пока открывать. Вот на рабочий стол поставлю для какого-нибудь фона. Два слаймика, очень крутые. Сейчас мы их с вами проверим. Вот такой вот голубенький слайм. Они все очень качественные. Можете посмотреть. Не липнут к рукам. Капец. Он тоже очень качественный, очень прикольный, очень хорошо отходит от стенок. Можете посмотреть вблизи, как он выглядит. Не очень впечатляющий, правда, потому что черный цвет. Но они реально очень крутые и очень вкусно пахнут. Просто капец. Отдельно я хочу сказать спасибо девочке, которая исполнила мою мечту. Я с самого детства мечтала о брелке камера. Посмотрите, какая прикольная камера-брелок. Я ее повешу просто на рюкзак, чтобы все, просто смотря на нее, поняли, что я видеоблогер. Посмотрите. Далее, что я вам хочу показать, это вот такая вот кружечка с разным содержимым. Во-первых, кружка. Я из нее буду все время пить чай. Тут девочка даже на обратной стороне написала «Для чая видео». Она позаботилась о том, что я постоянно пью чай во время атмосферных роликов, и я все время в эту кружку буду наливать чаек. Спасибо большое. Браслетики, которые мнешь, ломаешь, и они светятся в темноте через некоторое время. Ой, неоновые. Вот такие вот стикеры для школы, арбизы, шарики. Водяные для цветов. Вот такой вот антисептик, новый абсолютно, с чехольчиком с мороженым, который пахнет различными фруктиками. Наклейки школьные, очень симпатично выглядят. Теперь последние детали, которые я вам хочу показать. Это очень крутые вещички. Моя подписчица обратила внимание на то, что у меня есть моя собака Мила, которая сейчас подойдет ко мне, мой колючий жабака. Посмотрите на эту дуру, она пялится на меня и даже не идет. Мила, иди сюда. Короче, моя подписчица мне подарила вот такой вот пончик, который пищит. И знаете что? Мила, если ты ленишься, почему я должна постоянно вставать и показывать тебя самим? Она лежала прямо напротив меня и пялилась на меня своими глазищами и даже не вздумала встать. Я тебя зову, ты что не обращаешь внимания? Это что такое? Вот такая вот у меня собачка. Ее, кстати, Мила зовут. Вот так вот. Так, следующее, что я вам хочу показать, это мыло Dolce Milk с банановым вкусом. Я очень обожаю банановые продукты, так что купила мне подписчица вот такое вот мыльце. Спасибо большое. Дальше идет вот такой вот стаканчик. Он тоже такого бананового, желтенького, нейтрального, пастельного цвета, чтобы пить оттуда какие-то напитки, брать с собой что-нибудь в школу или поставить для декора на задний план, или просто, чтобы стояла в комнате. Подарила мне подписчица клык черный, вот такой вот. Ну что ж, ребят, я хочу подвести итоги и
извиниться перед теми ребятами, чьи подарки не попали в этот ролик. Очень много людей мне подарили что-то, и если бы я пыталась уделить внимание каждому подарку, то я бы снимала это видео несколько миллиардов лет. Правда, извините, но я каждый подарок оставила, на каждый подарок смотрю каждую секунду и любуюсь. Я вас очень ценю, большое спасибо за такую невероятную активность, за такой невероятный рост. Вы у меня самые лучшие, криминальные, крутые. Спасибо вам большое за такие подарки. Я реально была в легком шоке от того, сколько людей пришло только ради того, чтобы пообщаться, обнять меня и сфотографироваться. Так что спасибо вам большое за просмотр, дорогие. За подарки в первую очередь. И всем пока-пока!